часов. Вот есть какая-то контора. Вот. Развернитесь, а затем через 100 метров поверните направо. Нет, это турецкий. Это веранда у них. Нет, дальше. Поверните направо. Значит, старое это, да, какое-то было? Ладно. Может, к Бахадыр-Аке поедем, вози Балатоша? Ну, а ты снимешь плов потом? Конечно. А? Конечно. Мы год назад были, познакомились. Там солнце отражает. А мои лагман, каурма, лагман, ош, манты, мастала. Слушай, вот ты знаешь, очень интересно попробовать манты. Еще раз. Как здоровье, самочувствие. Бахадыр Ака, как я рад вас видеть. Он когда сказал, говорит, это мы ехали здесь, поэтому, он говорит, а что, говорит, сейчас 11:30, сейчас как раз Бахадыр Ака плов. Я говорю, давай едем, все. А что мы куда, зачем, вот же проезжаем. Все, решили. И прям вот здесь, я смотрю, Махалинский комиссия, прям шаг сюда. Вы пример для меня, ваш база. Смотри, Дим. Прям открытие. Да, тут вот так. Как ты собирался? Он живой такой, упругий. Да. Ой, смотри, как он. Бахадыр Ака. Приветствую. Все на плов. Фази Балан тоже к Бахадыр Ака. Всем любителям плова привет большой. Только открыли, да, смотри. Я прям предвкушаю. Я соскучился по этому плову. Понятно. А вы что, 7 дней в неделю делаете? Не, я в воскресенье отдыхаю. Воскресенье. По воскресеньям зачастую свои заказы там ваших трех. Поэтому я тут не могу никак. А понятно. Воскресенье я свободен. Если нету. И то, если есть заказ, я на утро же делаю, а в обед я свободен. Приступаем к нашему творчеству. Давайте. Как этот. К произведению искусства. Да. Смеляй. Ага. Вот оно как блестит, да? Вот оно. Морковка какая. Янтарная морковка. Спаем, да? Вот так вот. А что, пай тоже, да, Бахадыр Ака? Ну, пай добавляем, но многие, у нас любителей много пай. Да. А так вот эту баранину. Ой, смотри, Дим. Баранина и говяжий пай. Качалка нам. Только вот два места, которые мы ложим. Сердце замирает. Вот такой вот. Алис, смотри, какой крупный. Это вы хорезмский используете, да? Конечно, хорезмский лазер. Много очень стали азиатские использовать. Не, я же тогда говорил, я на рис никогда денег не жалею. Хороший рис – это 50% залог успеха, да. Рис какой. Это хорезмский лазер, да? Вот он. Да. Вот он. Никакого там азиатского. Зачем? Когда есть свой хороший. Ну дорого же. Дорого, ну и что? Зато плохо хороший. Зато плохо хороший, да, правильно. Правильно вы все рассуждаете, Бахадыр Ака. Поэтому у вас плов и вы сами. Спасибо. Вот оно как. Пора присаживаться. Аппетит разыгрался. Замерли, да, тоже ничего не говорил. Я когда вижу, особенно красивый вот рис, вот крупный же, смотрите, как он прям набух, да? Это не сваренный, на пропасть. Это такого. У меня аж сердце замирает. Мурашки. Он видишь, как рассыпчатый какой. Вот он. Не прилипает, рисинка как. Как ты на видео говорил? Рисинка-крисинки. Да. Это такая медитация, ты понимаешь? Она затягивает такой, ты начинаешь туда
Да, как говорят, можно смотреть на огонь, воду, да, и как работает человек, а еще есть четвертое на плов. Да, как плов открывают. Особенно правильный плов, красивый. Ой, Баханырдя, спасибо вам, дай бог вам здоровья. Да нет, многих лет, пожалуйста. Нет, понимаете, вы не то что вкус, вы эмоции даете. Да. Это же ты ни за какие деньги не купишь эмоции. Вот правильно, правильно. Баханырдя, я хотел спросить, у вас манты есть? Манты есть, да. У нас сейчас лагман, каурма лагман, манты, потом казан колбоб из ножек куриных, не из мяса, а куриные ножки. Да. Потом из жидких мастаба и шурпа. Ничего себе выбор у вас какой. А мы думали только плов. Не-не, вначале мы начинали только с плова, потом постепенно начали добавлять. Я давно не могу вот найти в городе хорошие манты, потому что у нас манты, знаете как, вот большей частью это котлета в тесте. Да, 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 да. Потому что вот раньше при Союзе, если вы помните, да, все еще так пренебрежительно к мантам относились, если покупные манты. Они говорили, это кошелек с луком. Но на самом деле самый вкус манты это вот сок от лука и жирок. И мясо там не играет первую роль. Оно чуть-чуть дает просто вкус. И все. И самое... А сейчас я... Там попробовали манты, там попробовали. Вот котлету взяли, это, в тесто поставили, и все. И да. Вот этого сока понял. Нету. Понял. Вот это вот. Я хотел... Манты там нарубное, не через мясорубку. Ага. Ручное там, руками они там сами режут. И лук, вот как говорите, сок. Нормальный сок там. Надо лука не жалеть на манты. Да, вот. Пойдем, не будем отвлекать. Все. Мы подойдем. Все еще, это, ага. Спасибо, спасибо. По две мантышки давай, Шарат? Немного. По одной, может, сначала возьмем. Она остынет же. Ты такая. Я твое лицо не забуду в этот момент. Зеленый чай и по две манты. Четыре манты. Ну, по две, общие четыре. Да. Четыре. Огурцы соленые, почем у вас? Дайте два. Ваша кредо. Всегда. Как хорошо, а? Не говори. Вот правильно ты тогда принял решение. Давай, пойдем сюда. Я когда вижу открытие вот это, да? Ты... Рис ты видел? Толстый, блин, да? На уши пропали. Рис такой, он прямо сладкий. Но меня очень удивило, подтвердило мои догадки, что, видишь, многие используют азиатский рис. Да? Я думал, только бюджетные и уличные эти используют, а оказывается... Заведение использовали. О, манты, какая красота. Рахмат. Так, это специальный соус для манты. Спасибо. Очень хочется заценить приехали мантышки. Да. Тузлама. А чучук. Специальный соус для манты. Да, мы решили вот так. Каптак. Сольемся вместе с мантами. Сочный какой. Видишь? Не, манты вкусные. Классные. Да. Мне тоже понравилось. Ты приправу попробуй. Приправа? Приправа острая. Вот хорошо. Чё, как? Приправа, кстати, классная. Она не просто острая, она вкусная. Да, как огонек, да, вот домашний? Ну, понимаешь, бывает так, что острота, она просто забивает все. А здесь еще и вкус присутствует. Нет, замечательно. Великолепно. Приятного аппетита всем. Чувствуется мясо резаное. На мясорубке же все-таки мясо, оно не только режется, но и давится. Ну да. Оно... свою текстуру меняет. А когда режет, совсем другой вкус. Шикарно.
манты надо есть руками. Да. Я вообще не понимаю, как манты едят. А вот видел, когда людям там ножом, вилкой эти манты, еще сок растекается и все такое. Да, душа разрывается на это смотреть. Плов нести или как? Да, да, да. Давай-ка ты сюда. Какой? Дима пытается сделать чирапчи. Угу. Объединив чичук и катык. Ну, вообще сижма должна же быть, правильно? Ну и нарезка у чирапчи другая. Ну да. Но не зря канал самоделки, да? И Дима. Потом будет чичук волшебно превращается в чирапчи. Че, как? Прям чирапчи? Да, прям. Он? Ты знаешь этот анекдот про Василия Ивановича? Захватили они железнодорожную станцию. Анекдот про Василия Ивановича? Да. Под чирапчи? Угу. Давай. Василий Иванович осмотрел там вагоны. Это цистерна спирта. Они писали на всех вагонах, что там. Там, предположим, сено, там, уголь, там, еще что-то. Он говорит, как я напишу спирт? На цистерне. Выпьют же? Выпьют. Да. А Василий Иванович, он был такой ученый, как бы. Он взял и написал C2H5OH. Через неделю возвращается, цистерна пуста. Все выпили. Он говорит, Петька, ну-ка иди сюда, говорит. Ну расскажи, ну как вы нашли, говорит, цистерну со спиртом? Он говорит, вы знаешь, Василий Иванович говорит, идем мы, ищем спирт, читаем то, что на вагонах написано, и вдруг читаем, он. Как химик-химикаж. Я прекрасно. Он. Здесь лагман брал с собой. Да, хороший лагман. Нормально? Да. Он такой, именно вот уйгурский лагман, такой, который притомленный такой. Спасибо. А, Плова панорама в Файзи Балант Ош. Это неувидаемая классика, вечно живая ташкентская классика. Я, ты знаешь, я уже за ложкой полез. Я забыл, что надо снять вертолет, панораму. Ну ничего, сейчас все мы наверстаем. Чё, как? Экстаз. И такой, но маслянистый. И рис такой вот, какой надо. Вот всё. Отлично всё? Да. Ну, приятного аппетита. Красивый. Вернулся чему-то родному домой. Да, экзотика, красиво. Это, конечно, хорошо, все эти зыры там. Навороты. Да, навороты. А здесь вот все такое домашнее, настоящее. Ну, поехали. Все в меру, ты знаешь? Класс. Великолепно. О. Знаешь, он, ты его когда жуешь, он как будто растекается, обволакивает все внутри. И вот ты его глотаешь, он как родное что-то такое внутрь тебя проваливается, интегрируется с твоей природой. Мгновенно. А изюм, да, сладость дает эту. Угу. Да? Угу. Сладкий. Ну, ты знаешь, здесь все настолько в балансе. Вот этот изюм, он не доминирует. Но хат на своем месте. Морковь. Рис. Тоже. Да, морковь. Все такое вот естественное. И очень душевно. Ты знаешь, я тебе скажу, поедет плохо. Этот плов, он
Вот ты его начинаешь есть и берешь какой-то темп, да, поедания. И вот из этого темпа, из этого ритма выходить не хочется. Хочется вот, а, вот как регулярно ложку в рот. Раз, 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 раз. И потом уже как бы закончил все. О! А тут вот прямо темп не хочется сбавлять. Конечно, его сложно назвать диетическим. А зачем? Он для души, не для диеты. Лично несешь паза. Очень важна. Важна и очень большую роль играет. Абсолютно согласен. Сейчас, сейчас подожди, сейчас. Нет, основное надо закончить. Да, завершили. Не, великолепно. Не, великолепно. Мне понравилось. Вот мне хорошо стало так, знаешь, жарко аж такое. Равномерное тепло по организму разлилось. Ты ж, вкусная лепешка такая, а? Да, я поэтому с кайфом съел, остановился. Ну, да. Нет, действительно, а лепешка вкусная. Ай, хорошо, ой. Прямо. Да, 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 вот прямо рас... я расцвел, как саксаул. Как маковое зернышко. Цветущий саксаул. Супер, супер. Все отлично, все. О, отлично. На вот манты моего детства. Благодаря Гад, супер. Манты отличные, да. Вот сейчас я это и рассказывал это. Песню пел про манты. Уже половина уровня. Да, да, у вас оно сразу уходит. До пятничной молитвы вот так вот. Люди боятся, что не останется. Они заранее берут. Молитвы наплыв, народ большой. Ага, я не... Они заранее забираются. Ну, отлично. Кто килограммами, кто порциями. А вот маис, да? Это же специальный, да, идет на плов? Ну да, там переписка же была у нас, да, ваш маис там. Он специальный же идет, да? Да, специально. И вот мы сейчас ели, он сладость дал. Это он дает сладость, да? Да, да, он дает. Ну, если обычный кишмиш положить, вкус-то другой совсем будет. Как правильно произносится? Маис или магис? Вообще пишется магис. Магис. Кто-то, да. Это зависит от наречия, да, от области. Кто-то маис говорит. Да, да, да. У нас Ташкенде магис говорят. Бахадыраке, спасибо. Нет. Кайфанули мы. Хорошая еда – это праздник. Но это не чревоугодие. Нет! Надо же любить тебя, любить. Да. А это ваш номер, да? Это мой номер, да. О, то есть можно позвонить, заказать доставку, да? Да. Мы в этом есть, в Zoom есть, Express24 есть, Яндекс.Еда есть, да. Яндекс.Еда тоже есть? Есть, да. О, отлично. Баланс пишите, выходит.